И боксеры ебучие. Он может, спорят. Поверь. Боксеры. Я говорю, надо, блядь, Максилину вернуться, Димке пиздов дать, ему будет нормально. Ребят, альтернативный баланс есть, просто в него никто не играет. Так просто, что, Дима, просто он лагает. Два месяца, и все. Вот не, тут нет гайда. Поэтому этот режим, игра. Димаш, этот режим, он лагает хуже нашего, блядь, обычного, понимаешь? Так его надо, пиздец, он там, лагал. Там, его надо было там слишком, там слишком много юнитов, это пиздец. Вот, там проблема касается уже движка игры. То есть тот режим был бы хорош, если бы... На Man of War 2 он заебись, так, мне кажется. Ребят, будет. Все да. проблемы, и то оставшиеся проблемы, которые сейчас есть, они как раз и связаны с тем, что мы не можем кучу юнитов сразу выкинуть в поле, на поле боя, и все. В этом дело. Может быть, дальше получится то с этим... Получается, мы просто уперлись в потолок и пытаемся из говна и палок, так сказать, соорудить что-то более-менее играбельное. Ну, не то, что уперлись в потолок, но, в принципе, ну, частично, да. Тут то есть, у нас лаги были. Мы вышли на свой пик, как в песне «Дед Максим». Потолка... Поэтому я с таким энтузиазмом как раз и жду Man of War 2, потому что там эта проблема, ну, она будет все равно, но она будет не настолько критична, потому что лагать будут поодиночке, а не все вместе. В этом вот. Кто у нас не зашел, Санчес? Но это гораздо лучше уже будет. Я говорю, вот это Man of War 2, вот эта хуйня в начале, типа, ты выбрал танчик и отряд пехоты, это типа как наш режим вот этого Тимоша, блядь. Только у нас, наверное, будет больше юнитов в разы, блядь. Потому что у нас не будет такого ебаного потолка, блядь. Ну, как минимум, у нас будет больше пехоты в разы, вот это точно. Да, да, больше пехоты, а вот больше насчет... юнитов в технике. Блядь. А вот насчет больше... техники, не знаю, техники, в принципе, вот... При той интенсивности, которую сейчас видите в мультиплеере, техники в Man of War 2 хватает. Больше не надо. Значит, с галку. Количество от пехоты надо больше. А Серега, после... техника особо не играбельна, потому что если, допустим, враг на авиации, то на технике не поиграешь. Прилетит самолет, вертолет, неважно что, и от твоей техники... Ну, хотя бы половина фланга... Барабум. Точнее, два фланга он запросто может законтрить. Ну, это не так просто все. Не, ребят, это, да, Барабум, это просто, ты не прав. Возможно. Барабум, ты не прав от слова совсем. Сейчас единственный самолет, который может уничтожать нормально наземку, у России это высокоточка, это 30-я минута игры. У НАТО это ПКР, 30-я минута игры. Вернее, у Америки. И все. Нет самолетов, которые ебут наземку. Сейчас, давайте сейчас у нас Тимош встанет на поддержку, и мы будем ему всю игру ныть. Не. Я хочу пострелять с пушечки. Я буду ныть. Давай, Толя, будешь помогать. Тут в чем прикол? То, что, наоборот, сейчас надо чуть бафнуть летку, потому что 30 минут ждать первого атакующего самолета, это... Ну да, в начале игры же тебе Су-25 полностью весь фланг не заравнивает, блядь, конечно, Виталий. Да, который не достанешь ничем. Это сугубо проблема, типа, ПВО. Если не можешь 25-й... Ну, центр право. Я крайне лево, сука. Я заебался там играть уж. Это самый конченый фланг на этой карте, блядь. А тут человек пишет, товарищи, мододелы, меня давно интересует. Ладно, потом. Играй, ёбаный. А куда я иду? Ты крайне Саша, левый, я отсюда. Саша, читать мнение каких-то дурачков? Кто, где пишет дурачок? Интересно. А где копы? У бота заберите ее. Целка лево, Камес, правее. Потом зачитай, мне пока это. А копов нету больше. Камес, ты идешь сюда, блядь. Слышь, Гомес, может, Виталий... Нет. Гомес идет Ребят, правее, я на центр Цео иду. Край лево, я на центр Санчес иду. Центр, Тимош, получается, правая часть. А я... Слушай, я может, вот правая правая часть. Я сюда иду? Ну, да. Идешь крайне лево. Нет, сюда а Санчес идет. Ты центр лево идешь, Гомес. Ты Слышь. Идешь вот сюда. Ты Тимош право, да? Тимош правая часть, да. Тимош, сколько не ссылай... Больше оперативки может, да, потреблять? 16 минимум. Она всю оперативку ест там. Нет, там сильно больше, чем 16. Там 64 биты, поэтому там проблема с оперативкой не стоит вообще. Но вообще пух. Там все равно вылеты по памяти были, я помню. Не. Ну, у людей, у которых 4 гигабайта оперативы, тип, да, Санчес, конечно. Там были большинство вылетов, у меня было 2 вылета, и этого по рендеру. У меня вылет был только потому, что у меня не загрузился тигр, блять. Один раз и все, блять. В Меньке? В Менофайр у меня ни разу не было. Да. Я про КТА говорю. Эндеранин, справа контролирую, я еще немножко сдвинулся туда. Сейчас я отправлю пехоту за троих.
У меня там гранатомящики идут, но это не то. Следи, чтобы те не проползли. Я чекаю. Я раскидываю пехоту. Все, они поп... А, блин, проползли. Точно. Ёбаный на свой суд. Не обязательно. Вообще здесь ползу. Я пополз их искать. Не знаю, как они быстрее до меня добили. Я когда начинал, либо меня пускали с более дальнего фланга, я не знаю, я не успевал сюда дойти, с той стороны. Чё-то не проползли, даже. Блять, Гомес! Чё за хуйня? В смысле, меня сюда направили, на центр? Я сюда, ну, отправил, левее растягивайся. Где ты, блядь, Гомес? Блядь, тебе никто вообще в другой метке. Ты можешь метку следить, где ты? Если тебя не проползли, то проползли по-любому с левого фланга. Ты другую метку поставил, дебик. Ты понимаешь, что ты должен смотреть, где дырка и куда идти? Я направляю примерно, а не четко тебе метку даю. У тебя для этого глаза есть, ты же человек вроде. Это большой вопрос. Место. Тут Залужный. А, это Дим. Бля, ну какие же тут, конечно, тупая карта, это жена пиздец. Карта нормальная. Портан это Вариор? Что? Я говорю, портан это Вариор? Нет, нет. Это на базе Скиметра, БТ, бронетранспорт. А, Скиметр, который раньше был. Да, только, был не уник. Только там это, другая тема. Гомес, чё за хуйня? Культу уже сдал гору, блядь. Как приятно, да, что здесь каждый пех управляется отдельно. А кто уже отстрелял по твоей технике? Дивер ебучий. Где? Дивер. Здесь был, я его ёбнул. А еще так ищите дальше, ну типа... Ищу, да, я сзади иду. А в Мэнке здесь... второй будет такая тема по поводу подсвета? Уёбишься, да? Там вообще особая механика дивера, посмотри, как она работает. Да, то есть там, там нельзя сказать, я не знаю пока, как там сделаем. Италия, ищи пока что дивера в том же самом. Машинка правил. Сейчас 105-ка к Тимушу направо поеду. Че именно к нему? Чтобы он не ныл? Нет, потому что тут... Вот, человек правильно понимает все. Ёбаный в рот пулемет. Сейчас что теперь ползает здесь, что-то. Ребята, мотолыгу выбейте. Пока нечего. Еще минута 30 до первой гаубицы. Другие диверы. Логично. Найти. Ребят, мы не держим центральную линию. Ну, потому что там у нас гений один. Она. Причем вы будете смеяться, но у меня Эссекс и Залужный, но они... Но они тебя ебут. Не-не, они просто закидали пехоты и все, и просто за счет этого делали. Заебись, блядь, просто пиздец. А что ты хотел, блин, это Спартак, блин. Смотри, что же. Ему наконец-то урон подняли. Ну, а нахуй, все. Ну, был урон, просто люди... Люди не догадываются перезаряжать патроны. Там Б-32 есть, но люди БС-ками стреляют дальше. Чел. 12-7 имеет больше урон. Больше? Понял, чё? Потому что, блядь, в эту хуйню прилетела пуль 5, и она... Ну как, экипаж вылетел. А в эту две пульки прилетело, и пизда пришло. Да, вот это. Что-то он реально наши игры дамажит слабовато. Я хотел сказать, что вообще не дамажит. Не, можно выбивать просто. Не, бесспорно, он кстати, возможно, да. Просто, ну, 12-7 реально мощнее будет. Да. Потому что там патроны нормальные сейчас сделали. Вольфрамовые, да, нет? Тимуш, да. Вольфрамовые патроны, у вас там он уже, я понимаешь? Вижу. Когда в тебя влетает 14,5, или когда в тебя влетает в два раза меньше денег? Пробой.
пробой. А пробой не влияет. Виталий, ищи здесь дивера. Блин, давайте потом. Мне кажется, они уже профузы. Ну, один. Я двоих убью. Я ломал БТР всегда. Я ищу. Но лом не наносит урон. Ребят, ну, давайте не надо сейчас. Ну, ты сам сказал, просто пробой больше. Пробой не влияет. Когда пробивается любым патроном. Ребят, беспилотник сейчас будет запускать. Серьезно? Первое же попадание в боекомплект? Так, Паш, повезло. Ну, типа раз. Был бы у тебя Мардер, точнее не Мардер, а Брэдли, тогда бы да. Ну, почти, почти. Блин, надо помойки не убирать. Я даже терпим, терпим всю игру нахуй. Чё ты мне? Чё ты нахуй ты мне это? Ты же хера их покупаешь. Так, у нас эта пушка в какую сторону складывается? Ребят, право бы была, ну снесите, пожалуйста, его. Кто там поддержка? Сейчас. Они, левый флаг давят, ебать. Прикольно, да, типа? Я вражку пушку ловлю. Кто у них на поддержке хотя бы? Сталин. Сталин у меня играет. А, значит лучше. Блять, я прям на фронт пушкой выезжаю, блять. Тут как пусть может отдать Сталину? Повторяю, ребят, нужно... Нужно БПЛА сбить справа. Ну, едет, едет, ПВОшка, едет. Ну, она сразу должна быть. Ну, откуда дошел столько? Ладно, я думал, я разучился играть. Ну, ладно. Чё ты... нахуй? Я же поломал ему эту хуйню, он должен был взорваться, не? Сейчас выбью. Всегда взорвался. Там дали сопоенные. Взрывался, блять, я помню. Никогда он не взрывался. Взрывался. Да не взрывался он, блядь. На этой карте сложно даже где-то пушку построить. Бля, не играй авиации, не будешь париться, когда стоит пушка. Авиация надо сейчас? Вот именно, блять. Пушка по центру теперь уже. Я бью по ней. А он по мне бьет, ему похуй, типа? Да, пугнул пушку. Типа, что пока нет света. Возьму лево. БМП-2, на центр выйдет. Ты хуй, БМП-2 по мне уже попадает. Ты дебил, я его выбил. Пулю, он по мне стреляет. А ты другой БМП, который... Блин, примитивы, блядь, чё за хуй, блядь. Нету, нету, зря ты взял 2.5, у 2.5... Блядь, я думал этот, я сразу думал, я 26-й, ёбаный в рот, пиздец. Тунгушка, подсветите, где там была тунгушка. Какая залупа. А он умер, слушай, слышишь? А чего, блядь? Не, это другой умер. Это тот он. Не, у него было две. Две? Серьёзно? Справа трёшка. Пока на левом работаю. Ясно. Сейчас. Работаю ПМПшку, приеду на право. О, блядь, все. Вот так же ему скрыть. Тунгуску вижу. Видимо, да, тур перевелся, типа. ПМП 2 минус на центре. Так тебя, блядь, не торопно забрали, тебя второй, четвертый, перенеси огонь на новую цель. Справа бы была постоянно. Надо его сбить. Где? Справа, стоит, на правом фланге. Не постоянно будут сейчас пихать его. Ну, стоит ПВОшка, не видит. ПВО. Ну, далеко стоит. Значит, у меня минус БМП. Ну, блин, он прямо на фронте. Я слышу его, вот он здесь, болтается. Ну ты как эти там его собью? Это вражеская территория. Ну, поближе немножко, хотя подъедь так. Батя, а чего у них такой урон? Ну, еще ближе. Не, ну все, меня сейчас 2-3 снесут. Ну сейчас будут помогать трешка. Минута. Было нормально габлиц. Тима же весь фланг посыпался, что ли? Конечно, нет. Двое, 2-3. И БПЛА. Я буду 105-кой бить. У меня 105-ка. БПЛА на движ не достает отсюда. О. Я в тигры есть. Подошел. Так, мой БП. У меня 2 БПЛА сбились, у них ПВО. Пока я по-моему не. Окей. Да пока ждем, я 105-ка ты не увеличу, еще возьму нормально. Он же добью эту хуйню на всех случаях. Команда, warte weitere Befehle.
Тут вообще никуда не, блядь, ну ёбаный пидор. Он тоже теперь ломает теперь. Да он до этого. Не, на каждый чих сразу трёшь. Сейчас я, 20 секунд. А я тебе... Лаз пойдёт. Ну я смогу тебе, конечно, засветить. Но... А чё, блядь, а? Ладно, допустим. Добейте, он на гусле стоит. Кто на поддержке? Я. Виталя. Могу дымку. Вот, долби, пожалуйста. Мы без слова, короче. Сейчас, 20 секунд. Кого стоит? Блядь, не, патрон не въебали. Не, цел, он не на РФ, поэтому бук он не потеряет. Не потеряет, самое важное. Он потеряет мамбу, блядь. Да ёп! Мамба тоже, блядь. Камни. Так, я ставлю... Я еду, Тимош, не, еду. Не, уже поздно. Я ставлю позиции обороны по холмам. Сотка дымись, есть. Дымись, дымись, блядь. Заебись. Дым низко, бот. Тут двое сейчас. Димка и этот самый. Ну вот, у меня появилась пушка, я к тебе приехал сразу же. А вот эта пушка раскладывается как хуйня, правильно? Кстати, а мне кто-нибудь хотя бы догадался дать хотя бы один отряд пехоты от бота? А бот не спавнил. Я брал у него один со старта. Серафанк раскинул. Я так скажу, у вас сейчас геймеры по центру проползут. То есть ребята, один... Ребята... Да? У вас по центру вообще никого нет, там дыра целая. Так, там геймер как нефиг проползет. Блять. Как попаду, не? А, артой въебали, понятно. Понял, хорошая точность. Короче, вы закрывать ее не планируете, я понял. Две трешки и миномет. Миномет не видел где? Есть, есть, он там за зданием. Уже пехоты нет. А он есть. Он есть. Блин, ну трешку выбей, пожалуйста. Продолжаю, но она не попадает. Я продолжаю наяривать. Но он меня сейчас несет. Виталь, стреляй не в прямом. Давать просто приказ? Да? Я буду бить? Да, я тебе серьезно говорю, он точнее стреляет, чем ты будешь в прямую. Если ты только ну, не... Точно. Исключение только единственное, если ты не экскалибуром стреляешь. Такой лучше бот не давать. Сейчас минус на ТРК. Вот одну трешку, может быть, сейчас заберу. Давай, давай, а то она мне сейчас... Ну, я так скажем, одно скажу, у тебя диверы сейчас будут выпарить. На центре, да? Оля, партнер. Там Гомес сыграет, не мое дело. Гомес, сыграй дырку. А это пофиг, кто играет, просто проползут, потом минус арта у вас будет. Это не Га, это не Гомес. Миномет выбиваю. Ну давай, сейчас я подсвечу беспилотничку вообще. Миномет минус. Трёшку надо. Ну, блин, попаду, убью. С попаданием сейчас возникают некоторые проблемы. Долбят артой по мне. Я понимаю, пока Тимуш пытается с трёшкой помочь, ебучи. Вы до сих пор не убили ему трёшку? Да блядь, она не попадает, ей сложно попасть. Ты боту какой... дал стрелять? Да блядь, бот уже пострелял, он за круг разброса выкинул. У тебя какой, пятизвёздочный на арте? Откуда? Ну, уже да. А с чего ты стреляешь, стоишь? Мне долгает на центре минаком или АВП, может? Ну сейчас, подожди, у меня одна арта. А, сафашки! Ты ж подожди, он мне уже пулу, блядь, блин. Ну там... Вот и все. Ты уже справился. Ну я справился, но... Еще, левее следи. Его вижу, его бутон. Минус ПТРК. Надо донник заряжать. Тунгуску вали хотя бы. Сейчас, донник заряжать. Куда он, блядь, Маша вертает, Марку, когда... Всего минус кукола, а? Что да он, блядь. Нужно, чтобы прям ты постоянно... Я постоянно работаю. Зачем фугасами стреляешь, возьми? У меня нет фугасов, блядь, у меня парни два. Так, у вас пятого нету, блядь, два. На, у тебя вообще их что ли нету там? Вообще их нету, да. Печаль, беда. А зачем ты вообще 2-5 взял? А я, блядь, думал я 2-6 взял, потому что... Просто лучше бы ты тогда твард взял, если фугас нужны. Он хотя бы стреляет нормальными фугасами, полноценными. ППЛА справа. Все еще ПВО нет. Бил.
Скоро в процессе появится у него этот неприятная вещь. Ладно, будем играть хоть через кучу Ларс. Да блять, ну хули бот не хочет сам в жопу ехать нормально. Заебала эта хуйня, пиздец уже, блядь. Ты тоже починит, блядь. Арта по мне. Ой, ну, боже, подожди, блядь. Я. Это смерч, скорее всего, летит. Ищу кого. А нет, это арта. Смерч бы арта... меня снес. Сам едет заебал. Да, вижу, вижу. Это арта бит. С тобой. Пока не могу помочь, Ларс на центр задержу, потом все приеду. Так понимаешь? Ну ладно, только я точки не буду сейчас захватывать на центре. Ну пока стой, держи, да, я отработаю, потом... Смотри, где на центре основная скопление говно? Он АГС ему выбей. Я уже выбил его, дебил. Нет, он еще там стоит. А я, короче, центр заливаю нормально. Его боял? Ты говоришь, там АГС. Там другой АГС еще. Слева накинь сюда, слышишь? Кто там, пару кто ракет. Там так хочет нарваться на бан? Гомес. Ну, ёлки. На центре выбил АГС. О, сейчас левый фланг будет разносить. Левый фланг сейчас буду дальше спасать пушки свои. Где моя пушка, кстати? По мне все еще арта долбит. Ну, светите, я светить надо. Сейчас дышать, тихо. Ну, слышишь, блин, на оскорбление. Тихо, 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 закройся. Так, ну что, засветить? Да. Ты готов сейчас ее выбить, если я засвечу? У меня последний дрон остался. АЭС-ка едет, да. Специально разбить АЭС-ка еду. Ну давай, просто ну, тут реально надо помогать, тут двое. Я понимаю, 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 понимаю. Ребят слева тоже пытаетесь что-то делать? И трешка опять. Ну, я стараюсь, блядь. Вот, трешку сейчас буду... А, Тунгуску, кстати, выбил? Кого? Тунгуску, которая была на правом фланге. Там фиг знает, в темноте она стояла, я стрелял по ней. Убил, не убил хз, дрон. Он поехал сбить. Трёшечка по трёшечке работает. Стрела, стрела. Стрела, ну, вижу, Тунгуска, вижу. Это бесполезно. На АЭС-ка есть, куда АЭС-ка падает. Минус БМП-3. Просто надо, чтобы ты да, на да. Каждой пешки сразу же стрелял. Я так еду АЭС-ка, сейчас буду работать. Так. Что из этого донный? АЭС мне бьет чуть дальше, можно обычным снарядом подбил. АЭС, между прочим, нормально стреляет, я не знаю. Мне вот сюда идти уже неудобно, потому что я прям с края лево появляюсь. Я не знаю, либо я тогда уйду туда, но у меня тогда здесь. Что еще арта? Арта, ну блин, засветить её надо, я же себе ПВО. Так, сюда жахни, здесь только я пехот. Подожди, я ПВО выбью? На ютуб нечем светить. Я бью ПВО для начала, и ты сможешь светить. Я не смогу. Ну, ты выбьешь, конечно, да. Ну вот, пытаюсь попасть. С-90 не самая точная гаубица в мире. Редверт вместе стоит. И там что-то типа... Только без двигателя стоит вот этот минус пиздец. Первое ПВО. Постреляй его, нахуй. За здание на правом фланге. Пока там за здание не могу, я там тут скучу убить. Ну, выбей. Кто повел? 300? Вот, вот повел. Ну, точки, право, край, тебя, Тимош. Да блин, я пытался с ботом разобраться, проезд. Да ну нахуй, какой же ты долбоед. Проезд, долби, долби в упор. Да ну нахуй, башню сорвало, хуям собачьим, пиздец. Тимош, останови дырку, дальше будет отрабатывать его, чтобы ты пролететь мог. Смогу, ребята, одну точку, пожалуйста. Родите. Я сейчас слева заберу. Мне по мне работает арта. По мне работает арта. Ты можешь убить слева без профик Роланда? Роланда, выбей себя. Нет, второго Роланда, сейчас отправлю. Второй Роланд. Хотя, блядь, второй Роланд. Мне ПЗХ надо, блядь. Разберите сами, нет, я ПЗХ должен брать. С-90 не хватает для рядовых задач. Я воль! Конечно. Можешь идти, выбил ПВО. Да я с ботом пытаюсь разобраться. Заберите точку по центру. Бот! Бот очнулся. Сука, ты будешь контрбатарить? Я заебался уже. Пока не могу, я работаю на другом фланге. Чтобы ПЗХ возьму, буду контрбатарить. Хорошо. Я пока Тимоша спасаю. Тут у него совсем пиздец. Конечно. Тут вообще... Кремлю ты пиздец. Ты сдал фланг-то, ёпта, вроде бы. Нормально, не сдал еще фланг. Все нормально, работаем. Теперь Тимош может. Дрона покупай. Дрон? Дрон есть. Давай сейчас я припасы возьму. Все, ты уже съебал, блядь.
А меня оттеснили. Слева проезд. Пролет. Град слева. А, нет, за... по центру К-52. Где твой Роланд? Блять, налево Роланда нет, я по ЗХ купил. Сюда кинь боксер этот, как его? Он Роланд уезжает налево, сбивает. Мес. Чего? Я на спайк. Бэттер убьет? Бэттер не проехал. Бэттер убью. А, нет. Ребят, беспилотник на центре запускаю, и ПВО выбит. ПВО направо выбито, право фланг. Слева К-52. Едет только. Ребят, едет Роланд. Шилку можешь выбить? Со спайка. Я еду на центр тоже помогать. Все, Тимош, пока ты без дрона, правильно? Ну, значит, нет, неправильно. Дрон есть. По тебе летит град, блять. Ну, град, я только купил смерч. Ну, ага, это справа лайк. Справа играет, справа кто? Тимош. Блять, я не попал. Тут вот на одного человека меньше, и это все. Это хан. Я с тобой тут надо. Шилка. Так все равно, думаю, я запускаю дрон. Шилка на какой метке была? По центру, вот это. Бью. Чё, БФ третий? Миномёт вижу, миномёт. Что с центром? У тебя центр. Выдохи БМП. А, Димах, а чё с центром? Там делать нечем, понимаешь? Там метку только... ставьте на центр. Где-то миномёт был, поставьте метку. Катран слева, Катран. Быстро. Вижу. Ну, Катран, я не достану, вот, так рисковато к фронту. Арта слева здесь. Где? Чё, что там по метке стоит? Какая арта? Там с ТП. Еду. Дрон пошел. Метку, постоянно метку поставьте. Поставил, дрон поставил. Дрон направо. Дрон? Стань, сейчас у тебя танк. Чё, он уезжает? Пехота, я разберусь. Теперь. Он ищет диверов. Ты не понимаешь, диверов нет, что это мои эти. Дрона сбить надо справа. Я не помогу ничем пока. Я МСКУБ пока еду ломать. Нашу дрон дорогу. Летит, нет, вражеского дрона не собью. А, мне нечем. Слушайте, мне тоже нечем, Тимош. Ну тут без шансов. Я не смогу тебе помочь. Пока. Роланд еще 20-30 очков до Роланда. Нет, вот того надо постоянно иметь. Я вот. Брат, ну, у меня один такого. Есть, второго нет. Где мы с тобой? Метку просил постоянно. Я говорю, дрон слева. По центру полетел. Слева. Дрон по центру полетает. Дрон центр. Пизда миномета. Танцет. Опа. Повезло миномет. В танчик попал. Уводите миномет, сейчас второй танцет. С тобой минус была там по метке. Центр светите точки. Где? Что на центре? Дроны кидайте. Тимош, Роланд 30 очков. Дрон есть. Роланд 30 очков будет. К-50, блять, ничем не помогу, пока ждите. К-50? ПЗРК ловите. Да нет, он меня позырка, откуда мне позырка возьмет? Намет центр минус. Вызывай истребитель. Роланд есть. Ну блин. Ну, Тимош, придется чуть потерпеть и в полете. Зацел гаубицу, я уезжаю. Сейчас Кварц поедет. ПВО едет, сейчас убью. Слева нужно поддержать прорыв, слева поддержать прорыв надо. Вижу, БМП-3 сейчас убью. Держу прорыв слева. Слева Тунгуску выбьешь. Где Тунгуска? Нет. Тут. Арта еще, блядь. Какая? Тут арта. По метке? Да, меня натрачили. На какой метке? Точно арта, на какой? Вот это. Работает. Выби. Увозит. Ну, блядь, плохо. Роланд мир. Так, чем Роланд? Смерч, пизда мне. Сейчас ПЗХ выбьет. Бэха третий. По мне смерч тихо. Блять, слева Катран, сука. Ну а что я сделал? Мне ПВО выбили, вы дали. Роланд. ПВО. Роланд, чё? Выбили Роланд. Ёбаный ты позор. Как всегда, я выбил им арту. Засвет налево, я буду работать. Центр, светите дроном. ПВО выбито. Роланд, 1.5 минуты. Катран забил. Дрон надо сбить постоянно, я еще раз говорю. Тимош, у тебя дроны сбиваются. Так он летит надо мной прямо сейчас.
Где он сбивается? Пулик по крану, долбоёб, не стреляет, ёбаный. Пошёл, купил ещё один. Минус пулемёт. Ну, вот, справа, вот чё он... Давай дальше продвигайся, блядь, этот, как его, Гомес слева, нахуй, пехоты поддержки. Центр, ну, светите, я всё заваливаю снарядами. Я поддерживаю мат. Повтори ещё. Право, дрон, я его... Блин, Тимаш, ну... Заебись. Я ещё могу ближе терророн подвести. Блядь, я тебя ебал, урод, Гомес. Ебучий Гомес, нахуй. Хуй ты, блядь, ничего не делаешь, ты заебал, пиздец уже, сука. Вот как его сбить? Бесполезный, блядь, максимально бесполезный тиммейт, нахуй. Просто дрон. Блядь, дрон засветил ПСХ, тихо. Правый фланг. Ну, сбивайте где-то один фланг сами, у меня нет второго Роланда. Я не могу... Ну, хуй у тебя нету Роланда. Потому что мне выбили его, мне выбили сверчом, вы дали засветить. Проехала хуйня и засветила мне Ролан. Сейчас меня ПЗХ убивают. Сука, Виталия, из-за тебя нахуй мы проебываемся, потому что ебаный, сука, Катран, блядь. Тебе говорят, вы засветить дали мне, блядь, мое ПВО, это ваши проблемы. Я? Да, смерч, я дал, смерч, сука. Смерч, пацаны, выехал, там он на респе. Где он, смерч, смерч? Вот, теперь из тебя, сука, да, летает ебучий Катран. Я могу в левый фланг, чтобы проебывать. Вот у фланга Тимоша все, вы убили его. Вот у фланга, на фланге Тимоша все адекватно, блин. Там ничего не проезжает, ничего не убивает. А там потому что... У меня тоже ничего не проезжает, ничего не убивает. Какая... Мне Роланд выбили. Мне, сука, ну ты, сука, мне помогать не хочешь, блядь. Мне Роланд выбили, повторюсь. Я ланцет надо мной кричу, ты не понимаешь. Ну потому что у меня нет троп его. Сейчас выбью Тимош пулемет и этот. И Птур. Там, блин. Так. У меня слева, сука, вообще все катается, блядь, ебучий тунгусский, а, нахуй, подобная залупа. Ты нихуя не делаешь. Если выбил все полезно. Пушка выбита. Танк сможешь выбить или не сможешь? Подержите его наступление, Игорь. Там, сейчас подержу с этим, Варс. Да иди нахуй, Виталий, ты бесполезный. Блядь. Я взорвал, по танку работаю. Максимально бесполезный идиот, блядь. Даже, сука, ебучий ланцет выбит. Тише! Опять дрон пошел направо. Они тут постоянно шествуют. Вали его. Ну все, блядь, запей хуй на. Бесполезно ведь не надо. Сейчас по вражеской пушке отработаю. Дали бесполезно, согласен. Центр накрыл. Я говорю, я влево в атаку иду, он мне нихуя не помогает, блядь, типа. Он, блядь, он слушает нытьё Тимоша, блядь, постоянно. Как вчера, как всегда. В отличие от тебя, Тимош двигается. Тимош, и не дает убивать мое ПВО. Да, нахуй, ты, блядь, на мой фронт посмотри, тебе, сука, блядь, бедорусский, нахуй. Ну, ты не против Динки играешь все-таки, блядь, сел. Сука, я играю против двоих, нахуй. Пулемет. У меня пулемет сломан, блядь. Я играю против двоих. Нет, 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 он багнутый на этой машине, он не ломается. Нет, у меня ЦПУ врублено было, блядь. А я долбоеб проебал, тут конец. В Фенике пулемет багнутый, он никогда не ломается. Даже если пишет, что сломан, он не ломается. Минус вражеское ПВО. Минус вражеское ПВО. Тео, давай защищай меня пулеметом, я тебя. Где там тащит? ПВО не выбит. Блять, оно не сдохло, пиздец. Че не стать нет? Густо мертва. Еду по захану налево. Давно пора. Покупаю ПВО налево. Иду в пролет на центр. Блин, не знаю, как хрена очень пехота. Что момент? Танк не выбью. Выбей бэху. Еду. Я еще не доехал до вас. У меня Ларс, сука, забагался, пиздец. Забагался. Можно справа подавить по ТРК, если есть. Тихо, подавляю по вражескую зону. Танк хотя бы сдох или не сдох? Да ёбаный Бруно. Орда. Да не лагай, я вентилятор забыл. Сейчас, момент. Блять, не по... Мы засветили арту? Ой. Сука. Тут, сука, ебучий дрон пролетел. Роланд будет слева? Да Роланд есть уже. Да, помогайте теперь, пожалуйста, леву. Давай, там, давай, Тимус, значит... продвигайся. А я теперь уже не продвигаюсь там. Паузу, напишите, пусть убирает. Мы там двигаемся слева. Тогда, пусть убирает. Двигайтесь. Тимош, санка, могу помочь тебе. Нет, помогай лучше мне, Санчес. А мне нечем, мне танк выбили, я тебе помог. Я тунгуску выбил. Пока нечем. Выбей мой танк лучше.
А, Твич, блядь, все, забейте, хуйте, блядь. Добить твой танк? Точно. Это, ребят, смотрите, сколько у них здесь есть. Ё-моё. Метки, проставьте метки постоянные на засветившуюся технику. Надо центр полностью зачищать, посмотри, сколько. Ребят, метки танк поставьте. Танк на траке, танк на траке. Пожалуйста, проставьте метки, у меня нет возможности сейчас это сделать. Виталя, пожалуйста, выбей слева технику и все. Я дальше буду. Арта по бесконечно, все, пушка минус. Выбивай бэху теперь. Отъедем технику еще. Давай, давай, спанзер хаубицы работает. Не попадет. Попал, хорош. По пехоте, по бэхе третий слева. По МП-3 где? Вот тут было. У меня, блядь, проблема, у меня пустая позиция. Была дальняя метка с моей крайней слева. Мне раунд опять минус, ну заебал. Нет, не раунд. Они идут теперь в атаку. Откуда ебашит вражеская карта, я понять не могу. Да хуй его знает, мы, блядь, не идем. По центру пиздец. Вижу вражескую карту, вот тут вражеская карта. Еби. Дивер, убейте дивера. Кто там? И вот, сейчас я возьму. Дивер убейте, на спавне прям. Ганул сам убей. МП-3 вы минусанули, МП-2 добиваю. МП-2 мертва. Так, кто на центре, Санчес, ты, да? Вот на тебе немножко. Да, слушай, я ничего не могу взять, все, у меня ХД. Я тебе дал, потому что только что пехоту на центре. А БЗХ может стрелять снарядами от АС-90? Да, это одни и те же снаряды. Одни черные какие-то, одни не черные. Они все стандартные. Ладно, я еду, короче, мне надо ПЗХ пополнить. Пока без арты сидим. Окей, долго? Ну, пока ПЗХ пополняется. Окей. Сейчас попробую этими самонаводящимися отработать. Ну, блин, ребят, я не знаю, там ПТРК ставить, я не могу его засветить никак. Если ты найдешь ПТРК, я тебя выпью. Ну, давай, я найду его, могу сейчас попытаться найти. У меня арта есть, по плану. А у нас работают самонаводяшки или нет? В смысле, как они могут? Ну, они целятся в башню. Слева БВ, слева танк, помогите, слева танк и вертолет. Слева танк и вертолет. Слева танк и вертолет. Блять, вертолет, сука. Вывожу ПВО ближе. Могу дрон запустить справа. Надо? У нас дыра ебучая по центру, какого хуя, парни? А, мне Ларс выбили, блять, вот что не выбили. Нет, нет, Гамес, не едь. Нельзя тебе ехать. Я еду на фронт раундом убивать его. Я не знаю, пацаны, у меня все, у меня больше не. Гамес, ну ебаный в рот, сука. Блядь, ебали, просто. Я же тебе говорил, такого. Нахуй, не едь леопардом. Я отъехал, долбоеб. Так дымится, сука, же надо, ты видишь, над тобой летает, блядь, ну мозги вруби, нахуй. Я центр. Тима, что у тебя? Тунгуска. Снабжение есть у кого-то? Еду за тунгуской. Подожди, а чё я тебе фашку не отдал? Дай-ка я фашкой подъеду, еще ближе буду ебашить по фронту. Жди, Тимур, сейчас будет у тебя постоянная мощная гаубица на фронте. Вот здесь радар. Сейчас все сделаем. Жди. Поставь метку постоянно на него. На радар вот, но почему-то он стоит странно. Если выбей танк, Виталь. Жди, я фашку раскладываю. Надо Тимушу помочь. У вас пока заправка гаубицы идет. Какая метка есть? Вот, выбей танки, лучше, пожалуйста, блять. Он сейчас выбьет мне все нахуй. Ну, у меня нечем останавливать танк, блять. Виталя, пойми нахуй. Ну, я не знаю, мне вряд ли танк тебе строит. Я тебе говорю, просто попади по нему пару раз и все, больше ничего. Подъедь поближе, гаубицы, пожалуйста. Я не остановлю этот прорыв не только. Сейчас буду вкидывать по нему, жди. У меня очков нихуя не осталось. С первого. Нет. Сука, ну ебучий панзерфал, какой же косой ариец, блять. Косой ганс, сука, с панзерфаустом. Так, давай, я сейчас попытаюсь найти этот самый. Ты не добил его, Виталий. Ну, может, блин, я с его покоцал. Вот здесь стреляй. Добивай его, сейчас. До сих пор стрелять может. Тимур, сейчас, секундочку, я на центре отработаю, тут пиздец произошел, важный. Где Тимур? Так, куда? Вот сюда. Вот, пример, дал. Пиздец. Сколько минус? Вот, видишь, откуда пуск был, да? Танк на центре. Ну что за пиздец, нахуй?
Съебанный немец, блядь. Блядь, просто в голову не посмотрел. Видел, откуда футбол? Нет. По соседке. Я не смотрю за этим вообще. У тебя на фланге работаю в автоматическом режиме. Надо еще один пролет дрона сделать. Что я выбил? Арту, пизда по мне ебашит. Тихо. Донный газогенератор. Буду пытаться контрбатарейкой. Арта, арта, арта. Да, вижу. Пацан, блядь, до сих пор летает вертолет, тут где Ролан? Стоит там где-то Ролан. Вертолет выбили, заебись. Танк еще. Да нет, он буквально сейчас я уничтожу. Ребят, я пехоту вообще не могу. Минус раз карта, минус места. Заебись. Набьешь танк слева? Бью, бью, бью. Вижу корт. Корт могу. Работай по карту, по карту. О, там ты кому по кому-то шляпнул. Блять, ну почему сразу двигатель-то нахуй? Минус корт, я уничтожу. Ты спиздец, нахуй. Так, ПЗХ опять на заправку. Выбей бэху, выбей бэху, быстрее, выбей бэху. Бэха, это пиздец. Помогу, есть чем двигаться. Не надо мне, подожди, блядь, я говорю, выбей бэху, сука. Подожди, блядь, на флангах проблемы, закрой рот. Авиатка, да блин, ну... Выбил. Он суицидом пошел, Хорошо, я беру еще бур. Им, кажется, не понравилось. Виталя, помоги мне, сука, у Тимы же офигенный фланг, сука. Я тебе говорю, заправка идет. Пойми нахуй, да это, блядь. Заправка ПЗХ, я Тима же сбил самолет. Успокойся. Все, пизда. А я могу работать просто с постоянки в этой БМП. Фланг еще не выбит, который... А, это другой уже. Подожди, Тима, что-то другой фланг просел. Ну... Тима ж, хватит, сука, не ной, блядь! Выбил. Заебал нахуй, МП-. Заебал, серьезно, заебал. Левый, ага, действительно. Ну, Тима, что стоит пушка на автоогне. Все, две гаубицы. Че он ноет? Так, Швед, там целый, у тебя нормальная ситуация. Нету, у меня, сука, три пехотинца на четыре, ладно. Там планет фронт, блядь. Понимаешь, блядь, Тима ж заебал уже на себя. Тима ж заебал все время на себя откидывать. Все, блядь. Еще раз. Вот, откидывать на всех. Лучше конкурс. Вот стоит. Целый, что ты воешь? Ему, у тебя все нормально там. Еще корт вон рядом, все. Тебя добью. Че ты воешь, ё-моё? Где снабжение? Да, танк добит, пиздец, он его чинит, сука. Какой этот? Нет куда снабжения. Нет, дальше, дальше. БВ 80, 80. Она срать на него. Нет, он... Это ланцет, чёртов! Нет куда снабжения, пинки попал. Так, и, конечно, меня сразу сносят артой. Тимош, я тебе попытался помочь, но... А, блин, не пока. Меня арту выпили. Да, он, сука, починил его, ёбан. Блять, только не Роланд! Ну нет. Пизда, клуб турбо. Телонцы там выбили, чини, Роланд. Чини. Там прямое. Гомес, Гомес, Гомес. Алло, Гомес, сколько у тебя очков? Ноль. Давай лево бьем, целый бьем. Ребят, лево, долбите лево, я на лево. Я говорю, я танк не выбью, нахуй, нечего. А, блядь, мне пехоты нет, как я буду лево долбить. Все, я спаю. Ну тут танк опять, да что меня? Все, очки должны быть. Танк сейчас выйдет, все, окей. Я еду от танка. Не лезь, не лезь, Санчес, на танк, не лезь, блядь, кстати. Минус, ну, приехал, короче, Димка, ясно. Ну, Тимаш, давай пока там сам, я... Ладно, я попытаюсь что-нибудь сделать, мне очков хватает. Сейчас по танку отработаю 10 снарядов. Я бью вот вашими самоопределяющимися. Он на пустлях. Там плохо. Снайпер. Я на центр ухожу обратно. Я ему дал там уже выстрел в 10. Я не знаю, почему он не умирает. Ну, он меня постоянно отбивает, чтобы я не мог атаковать вообще никак. Заебись, добивай на. Отлично, молодец, Виталия. Дальше, светите цели налево. Могу дальше. А можете снабжение? Куда нет, слева дальше. Купите снабжение, пожалуйста. По пехотинцам буду работать. Тимоша. А там Женя, да? Работай по Тимошу. Работай, Тимоша. Я еду к Тимошу. Давай, у меня тут техники опять. Я танк сейчас... Ребят, мне бы машинку сдам Женя, а в центр даже. Конкурс, слышишь? Выбейте конкурс, у меня заеб... Это метис, работаю там. Блин, нету боепайпасов. Дайте, где там Женя? Дайте там Женя. У меня пушка пустая, а мне срочно до Тимоша. Подожди сюда, пару точек будет здесь. Не могу, у меня пехоты нет и там Женя. Дайте бы попасть. Ты ленту перезаряжай, я говорю, гранату возьми, даун, блядь.
Ну, Дим, как тебе сделать? Да, я вижу, я. Ты варта активизировалась, вражеская. Светите ее. Не вижу нихуя, что нечего. У меня подходит она так, далеко. Тебе долбит. Я пытаюсь остановить проезд на центре ваш. А можно ли? Слева пехота, скопление. Подожди, я центр рвут. Скопление, блядь, везде. У меня центр рвут, подожди. Тут пиздец БТР, а ПП. Хуй ты стреляешь? Кто выигрывает? Мы. Это временно. Надо отдефать просто центр, и мы закончим эту игру. Это не центр, но я тебя понял. Ну я выбил всю легкую. Вот у него, сука, сразу же постоянно залетает, блядь. Ну какого хуя это? Такое везение, блядь, боже. Точки доедайте. Дрон справа. Боже, блядь, какой же. У меня Роланда нет, сейчас возьму Роланд едет. Выби. Сталин ебучий лакер, блядь, и везунчик, пиздец. Тимаш, Роланда пока нет, я едет. Роланд надо, чтобы был. Пехоту вижу, сейчас будет работать по пехоте. Слева скопление. Не убивайте, сейчас я отъебу его. У меня есть воздушный где-то подрыв. Мне гаубис выбили. Он с этим. На правом фланге. Ну, ребят. Вот, блядь, бот точно, сука, я забыл. Я им на арте накидываю пиздец. Давайте вы там тоже что-то где-то начинаете. Ну я не знаю, у меня спайк, конечно, сейчас подойдет, но там трёшка. Сейчас попробую. Моя проблема в том, что у меня выбили гаубицу Тимаш. Вот это. Пехота подошла. Если Виталий сейчас проиграет, это будет третий игрок, который... Дайте снабжение, пожалуйста, дайте снабжение. Нету снабжения. У меня нет снабжения. А они кончились уже, да? Давно. Да, они давно уже кончились. Только шутил это, блядь? Я всю игру так... А, это донный газогенератор. Ой, упс, бывает. Проходите центр, я зачистил там все, что мог. У меня техники не чтобы походить, у меня снабжение боеприпасов нет. Нехватка боеприпасов 70%. Интервейн, блядь, где боеприпасы? Арта! Кая. Места П нахуй. Еду. Еду. Сейчас я заберу. Спасибо, с тобой. С тобой умрет через 5. 4. Уезжает сразу же, ладно. Боеприпасы ебут, это похуй. Прям под боеприпасы едет. Хорош, выбил. Им ста выбил он сту. Да. Это я добью. Благодаря мне, блядь, души. За свет пехом. Это кто там такой умный по Мардору стрелял с милем? Им ста Б. Блин, а трёхку надо выбивать. Не знаю как. Там с тобой закончилось полностью. Пехота налево, нужна поддержка, въебываю вообще все на. Иду. Мне не хватает, блядь, машинок. Я все машинки потерял свои. Вижу, БМПшки будут работать. Все, кончено. О, боеприпасы достаешь. Не дотянусь. Не-не-не-не-не. Я пока. Добью. Сейчас вылечу, пока сам добью. Ребят, я за центром сейчас не слежу, я сейчас за боеприпасами. Ну, давай я лучше за центром, а? Потому что ну тут как бы. Мне машина снабжение нужна, можно? Чё это ранен? Патриот уже слил? Не. А бук? Троландов проебано за игру уже. Штук 6, наверное, 8. Понятно. Перевернутый грузовик валяется. Дрянных. Я не знаю, как он перевернулся. А это секрет. Ой, же у бота заебатый. Ребят, мне бы пехотинцев и тут уже Димка занял. Меня хватает пехоты вообще. Боже. Теперь понятно, почему у нас нету поддержки обычно. Почему? Ну, Тренин по каким-то пустым воронкам вообще стреляет и не попадает. А Женя где может? Дрон летит. Потому что он очень много стреляет по ним, ты не понимаешь. Да тут ничего же не светится на карте. Поэтому мы стреляем. Давайте по Женя. Он просто так стреляет. Ну надо же. Женя делает вид интенсивной работы, ты понимаешь? Ребят, надо справа занять, я не знаю, есть... А я не знаю ничем, тут двое все еще, и ярко постоянно, или там что-то... У меня нет пехоты, Тимош, у меня 30 очков. Все, левый фланг, о. Тунгуска слева, блядь. Вижу. Там ПВО, и там... А, и там танк. Слева давайте, чистая, наверное. Убейте Эссекса, о. Катинца, убейте. Катинцы реально починились, парни, нет? Есть там Женя. Блядь, что нахуй? Где Тунгуска? Ты на мини-карту смотришь вообще?
просто видит. Ладно, я его сейчас вижу. Ребят, где Тунгуска была? Да справа она там стоит. Да не, я доеду до сюда. Я повредил модуль, но надо добивать. Ну, блин. Я не знаю. Сейчас. Это я как-то остановлю, это не проблема. Я убил, но не то, что нужно было. Ладно, Тима, еду к тебе. Тихо, подожди, у тебя пехота есть, дай мне сюда несколько. Ты убил бук? Мне нужны боеприпасы. Ты убил бук? Тишина, у кого-нибудь есть боеприпасы лишние? Есть, направо. Мне самому нужны, мне самому нужны. Это да ладно. Вон Тунгуска, Тунгуска, вот. Вот я отъехал уже. Их много техники еще. Не сливайся, Гомес. Меня тоже немало, но... Убивай вот эти, печенега, печенега. Гомес, уедь отсюда ВТРом. Ну ладно, пытаюсь выиграть. Ловить танк. О, Димкин этот, да. Тунгуску пора убивать. А, ну, окей, пацаны, тур, метис. Нифига у тебя живучий немец. Это же мой брат, бля. Как его там звали-то? Выжил под обстрелом Тунгуски просто тотальным. Бам. Герой Германии, нам. Блять, в МПЦВ снял. Имя хоть узнай, своего героя. Пацаны, у меня все, у меня пехота. Кристиан Вальтер, нахуй. Слева в МП2 выбил, надо срочно. Во что я врезался, нахуй? В МП2 слева. Гранатомет убейте, слева гранатомет лежит вон за. Т-72 метра. Т-72 чуть позже, в МП2 сначала. В смысле позже? Ты, блядь, говна хавал? Блять, закройся. Гомес. Где в МП2? Ты уже третий раз за вечер нарываешься на бан. Это был вопрос, а не... Ум! Это был вопрос, а не... Ну ты понял. Ёбаный танчик свет. Едет, Димки, танчик. Ну, арта танчики убивает не очень хорошо. Блядь, что он вперед едет? Цел, у тебя есть чего стоит на проезд? Нет. Кто от центра выбит? Точнее, ну я выбит. Я КСК взял на центр. Да ну нахуй, серьезно. Боеприпасы тащу. А прилетел мой снаряд. Ебать, он покосил пиздец. Там все еще трешка. Ну вчера говорю, мне прикололо, я стреляю по танку, попал по БМП. На зарядочку подъехать надо. И в это время пока заряжаем. Арта слева. Какая? Где? Слабенькая какая-то хуйня. Нет, трешка там. Стреляю с него миномета, не арта, слишком не точно бьёт. Это 72, да ебу уже, блять, он меня заебал. Там если снарядов 10 потратить, танк умрет. Трёшку можно справа выбить? Начался классический спам буксера. Давай, умри, блять. Чего у них вообще в тылу? Вообще никуда не едешь? Как убить? Не работают эти самоопределяющие. Пуск! Слева! Да это же страйкер, забей, ему ничего не будет. Это не страйкер, это боксер. Да ему тоже ничего не будет. Бля. Ну, тем не менее... Он забагался, сука. Ну, как всегда, забагался, загорелся и вылез, и кипаш. Ну, какое же ебучее везение у этого Сталина, это пиздец. Он так заебал уже, блядь. Когда он уже перестанет так, блядь, играть, нахуй? Вырезать нахуй боксеры, блядь, банально нахуй, все, блядь. Играйте нахуй без них, заебало, ребят. Еще раз, справа есть какая-то артиллерия или нет? Нет. Справа с артиллерией нет. Ты выбил танк, пацан? Да я перехуярю, по-моему. Выбил. Блять, мне не хватает патронов. Патронов? Дайте вагнерам патронов. Метис, выбивай. Нафига тебе патроны эти, ты арта? Важно, патроны. Донный газик надо. Ладно, я не буду шутить. Саш, да пошутил, где у него там патроны. Град у меня, град. Ой, блядь, а вот это по мне может прилететь, я уезжаю. Конечно, наступай, покрываю. Все, ты можешь пехоту с тылу. Ну, справедливости для он не так уж сильно не попросил. Ну вообще не понял. Ну, два пехоты. Пролет дрона. Собьется. Ну, это да. Так.
Давайте будем добивать выживших. Это похуй, это похуй, это... Анатольевич. Разводитесь. Двигайте центр потихонечку. Я туда не могу, там... Тимош, так, давай, теперь к тебе. Что у тебя интересно? У меня трёшка. Если трёшку выбить, то как бы всё. Пизда! Я туда пойду, пизда! Меня потом... Пизда! Да, повезло, у тебя там и так нихуя нет, успокойся, цел. Сука! Весь отряд накрыл, ёбаный еврей, сука. Погиб. Просто я стою, чтобы... Да нормально. Тимош, засветишь её? Возьми вон у тебя ещё один этот, пулемётный. У меня нечем, и боеприпасов у меня тоже. Очки куплю. Пехот. Она сейчас начнет стрелять, ты смотри, вот, вот смотри, побегай. Сейчас, секунду, я доеду до тебя. О, что, градик. Боссеры просто танкуют по ПТУРы, по КТУРы. БМП-2, БМП-2 слева. Я уехал от тебя, я от тебя уехал. Че там, конкурс пробить 6 миллиметров? Ой, 30 миллиметров. Меня что-то выбили. Он пробивает боксер. Вопрос не в том, что он его не пробивает, он просто ничего не ломает этим. Давай, Тима. Слева пизда, слева пизда, слева пизда. Ну, слева пока пизда. Я отъехал направо. Слева град работает, во все. Вот БМП-2 на вот БМП-2 Димкина, вот это пизда. Надо бежать там. А ничего не выбивает кто-то? Нет. Ты сказал БМД. Я какой БМП, блядь. Так, прошу. Самый лучший миномет это артиллерия. Но БМП-2 сейчас, кстати, будет больно бить, потому что не очень... Вон она, вон она, засветилась, засветилась! Заряжаюсь, ребят. Сейчас, еще раз. Вижу. Бля, надо ждать мардер, ебучий. Димка шутит, что произошло с левым флангом. Как она его не умерла, что? БМП-2. Я развожу, Виталя. Подожди, я говорю, я уехал от тебя пока что, Тимош. Очень долго. Надо быстрее. Да блин! Да вижу, БМП-2 что-то очень наглая какая-то, МП-3 вернее. На гусля накажись. Все, на двух гуслях. А теперь на третьей гусле тоже. Слева пизда, слева пизда. Нечем останавливать БМП-2, Виталя. А мне уже нечем, у меня пехоты нет. Блин, потихонечку пару солдатов диги, похуй. Точки. Подожди, заберешь. Блять, Виталий, услышь меня на. Я говорю, у меня налево ничего нет. Подожди, сейчас Тимоша продвинем, вернусь налево. Ты понимаешь, что они, ты продвинешь Тимоша, они продвинутся здесь до респауна, блять. Тут Димка уже приперся нахуй поддерживать. Ладно. Я еду. Налево. У Тимоша никуда не играют, блять. БМП-3 выбил. Все, хватит. Мне бы что-нибудь еще взять. Вот какое? Именно все уже продвигаются. Пробег, Сталина, пробег по краю карты. Блин, этот, как кто-то это заметил. Этот дивер лежит. Я еду налево. Давай. Сейчас, у меня пехота сейчас подъедет. Я уехал от тебя, Тимош. Уже нормально. Я коплюсь на еще одну гаубицу. Или атакам сидит. Блядь, куда ПЗХ едет? Что с ней, блядь, не так? Как уже нет. Есть у кого-то пехота, пацаны, налево кинуть. Где моя точка заправки? Блин, приехала бэха вторая. Ну, все. Ну выбивай как-то ее. Я ее выбью. У меня есть танк. Главное выбей. Что? Начинаем работать с. У него кончилась пехота вообще на правом фланге. Он. У него ничего нет. Вот двигайся, значит, куда ты сидишь. Ну блин, пехота должна подъехать моя. И ко мне там с фланга. Сука, танк что ли слева, слышишь? Не уверен, но по-моему да. Да блин, по танку. Опять снаряды кончились. Бля, это меня поймали на Искандер. Ёбаный в рот. Пизда нам, блядь. Все, мы ошибка прыгали. Новичка. Мы проиграли, подавил. Долго нам новый... да. ПЗХ 100 очков, то есть 200 секунд. 3 минуты. Сколько это? Не, пацаны, я отступаю с центра. Это не важно. Ты отступаешь, как это, блядь? Ну так. У меня два последних бойца тут. Нет, слева кто тут долбит. Гордитесь, бойцы. Блин, выбирайте, ждем ПЗХ или... Он занимает более выгодные позиции. У него же второй Искандер гений есть, блядь. Второй Искандер. Понял. Нет, не отступление. БМП.
Дымись, дымись, дымись. Ну умри, ебаная залупа. Почему, сука, когда я, блядь, играю нахуй, эта залупа улетает, сука, с ванчута, блядь. И нихуя, блядь, не происходит потом. Ёбаный в рот, как же заебало, пиздец. ББ, давай тебя выйдем. Что Искандером по мне? Что за идиотизм? А, Искандера дали на тебя? Да, по мне Искандером дали. Блин, тогда я еду фашкой налево. Ты лучше направо едешь, у них, ой, налево едешь от того, что это. Поэтому с обоих сторон проблема. Тимош, ты выдержишь? Нет, не выдержу. У меня приехал еще сироп, как всегда. Ну, понял. Сотка едет налево, похуй. Играем, значит. Санчес, есть БМП налево. Надо срочно выбивать. У меня нет, она едет на центр дальше. Еби. Не надо еби, давай. Сотку налево давай. Сотка налево, 155-ка направо. Давайте, хоть как-то. Две бэхи по центру, две бэхи, блядь. Еду, блин, у них еще станковка вот здесь стоит. Сука, 60 очков поставил. Ну тут уже будет сильно слабее, чем ПЗХ. Еще проезд. Слеп пизда, бля. Ну, елки. Давай, двигайся. Елки-копалки, как так? Дайте, я ебу. МП2 сейчас добью. Я не могу ехать на центр. Сейчас добью, блядь. Я хотя бы тут хоть как помогу. Я ждал ПЗХ, я бы не помог уже. Надо обороняться. Еще одна БМП. Работай по ней, наживая. Надо обороняться, ребят, в оборону. Блять, пизда. Ох, куда грыз. У меня дыра, никак обороняться. Блять, пацаны, там дыра, у меня пехоты нету вообще. У меня очков... А, боксеры есть. Я боксер вызвал, пацаны, пехоты вызвали. Ну че, чем да, ты? Да, работай прямой. Ну, бэху вторую. Я по центру держу. Ребят, нам что, арту выбьют сейчас бэхой? По центру все. Легко! Мне уже ничего не осталось. Я еду, конечно. Я кидаю минометом, но я не успеваю. На, нахуй! Получи, пидорасина. А тут выбил? Тут пехотой проскачивать, да. И все. Я пушка. Хорошо, Санчес на Твиче не стримит, нет, они не выкладывают видосы. Ну, у меня обоймы кончились уже, я должен... БМП минус. Еду налево, сотка. А сколько бы канабуку у вас там подержался бы? Я могу ошибаться, но, по-моему, у них очков больше, чем у вас. Так! Успел. Больше. Ну, это все. Нет, еще что, лево порвали, да? Да, слева. Я не знаю, у нас ребята что-то вообще прям, вот на земке прям печально. Я право свою подержу. Выбил бэху. Хорош. Тунгуска, пизда тебе, ребят, пока. Да. Могу одну единицу техники убить с правого фланга или на центр с пайком. У вас нету ни лево, ни центра. Вот именно. Чем можно пушку таскать? Всем. Тетрой. Может, ты нам лучше пехоту будешь давать? Кстати, как вариант. Может быть, ты сейчас хотя бы пехотой вытянешь. Пушками. Пушка... Ну, потому что если ты сейчас пехотой их не обеспечишь, хана. Уже 100% не вытянешь. Гостка минус. Припасы минус. Да, Тимош, да, рви, право, рви. Чем? Тимош, я бью по пехоте. Пехота, ёб твою медь. Я и бегу. Давай, Тимош, давай. Да, я накидаю боеприпасы. У нас просто поле пиздец, у нас такой дыра, у нас везде дыры, ёбаный. Тут контратака пошла. Тимош, я работаю. Ребята. Двинка через меня пошел, мне нечем. Бью, Санч, буду помогать тебе сейчас. Ну, блин, тут БТР, срочно надо валить его. Не, поздно. Сейчас свожусь на БТР, жди. Поздно уже. А не, они забрали. Выбили? Ну, у меня пехоту все выбил. Тур-то у меня есть, но... Пизда. Увози нахуй. Обратно! Блядь, что у вас слева, блядь? Как вы на нации, которая более, блядь, профитная, умудряетесь проигрывать на земке? Потому что ебучего Сталина пиздец как везло, нахуй, все. Ваншоты пиздец, блять, всего, блять. Тылы, вот в тылах что хуесосы какие-то ползают, какой пиздец. А, бардак, нет. Ну, блять, нет, бардак. Бардак, убей, Санч. Давай, Санч, отлично, лупанул его, хорошо.
у меня пехоты не осталось. У меня пехота тоже. У меня с самого начала, я уже давно, у меня минут как 10, наверное, с пехотой. Точки в тылу забираете, у нас на точек до хера просело. А чем я тебя забираю? У меня один тип только в машинке. У вас центр, блин, в принципе отсутствует, как класс. Ах, смешно-то как, Женька. Если бы у меня была пехота, у меня ее как минут 10. Ну это жесть, я вообще, я вообще не претензии. Я к тому, что просто у вас центра нет. Ну это же факт, что у вас его нет. Чините ебаную модель BMP-2, это пиздец. Она танкует, сука, все, что можно. Да, ну вообще не танкует. Я заебался уже, блядь. Это ненормально, нахуй. Выбивай двигатели, стреляй под башню, убивай. Сука, я что делаю, блядь? Тимаш. Это не Тимаш, это я буду сам сейчас помогать. Я вчера в МП-2 убил СМ-2 с боксером. Тебе, кстати. Как раз этот. Санчес, ты вообще никак не накопишь на пехоту? Я коплю. Можешь дальше покупать машинки? Как ты машинки покупаешь? Конечно, тебе будет не будет. Еще больше машинок купи. Ну и куплю, понятно, ты. Опухоль. Понял ты. Куда у меня вторые катаются, как хотят. Не, блять, ну пиздец. Она дивер. Блять, что с пушкой? Куда она? Что, блять? Заберите тебе точки, сука. Я забираю. А это что за машинка? А, Искандер, блять. Почему? Не, ребят, вот тут объективно обосрались вы. И там третий. Вы обосрались в том, что дали Искандеру повесить. Блять, потому что. Че Искандер, блять? Тел ныл, ёпку, туда помощь. Видишь, он Искандера вам выбили все на карте. У меня 6000 очков выбили. Мне с угла далеко. Мы пососали только из интервей. Мне с угла далеко ехать еще тоже. Мы пососали только из интервей, мы наступали налево, я не знаю кто. Не знаю, это просто позор. А ты нега? Ты нега? Танчик, я говорю, ты выбивал бы БМП-2 вовремя, блять. Блять, я выбивал их, когда мог. У меня была возможность, я это делал. Ага, у нас пол игры БМП-3 на центре стояла на этаже. Блять, а ты нахуй нужен, скажи, то есть если я тебя все должен выбить. Ты, да, блять, вообще для чего? Нахуя, да, вот я пока. А ничего, что я танки выбивал. Блять, поздравляю тебя, я не должен тебе выбивать все подряд, нахуй. Алло, очнись. Окей, тогда как я должен наступать? А, да, здорово. Блять, как я должен наступать? Руками, нахуй! Блин. Что другие игроки делают? Окей, почему пол игры, короче, находилось на... Блять, миномёт это не мог убить, я его не мог тоже. Блять, я выбивал на центре все, блять. Все, что мог. Ну и поэтому пол игры там миномёт стоял бы. Блять, ну пожалуйста, не беси меня еще больше. Посмотри, что у меня набито 6200 очков. Капец, он крутой, да, у него? Ты 6200 очков. Больно? Хлеб, ты что ли? А у Гомеза 1600. Ты понял, Гомез? Ты понял, что тут шапка? У него 6200 очков. Ни хера не делал всю игру. А, типа, посмотри, как мы проигрываем. Потому что тупо Тимоша поддерживал, хотя ему не нужно было. Блять, Тимоша даже по ЗХ не приехала ни разу. Ладно, ребят, я 160 пехотинцев накидал. И Сева такой, да-да. И ЦО, который 250 пехоты.